Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности божество за Японию проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm в попытке победить культурой. В общем-то, у нас и задача только культурой побеждать. Есть несколько проблем у нас, скажем так. Во-первых, у нас улетает наукой бразилец. Он уже исследовал спутники. То есть я думаю, что мне придется его бомбить. К сожалению. Ну, а во всем остальном вроде как нормально. И, видите, я пытаюсь объявлять дружбу со всеми, с кем могу. Кстати, может мне союз... Так, а кто у нас до бразильца по культуре? Кого мне надо обращать? Вот бразилец ближайший, 223. А следующий за ним... Сулейман? Блин, а вот с Сулейманом у меня, по-моему, война... Подожди, по-моему, я с Сулейманом могу сейчас мир заключить. Не, китаец еще. С китайцем бы союз попробовать. Так, Луна, а когда там у нас... Да, заключить мир, давайте... Может, мне заплатят за мир? Ты офигел. Ладно, во-первых, давайте поторгуем ресурсами. О, он даже за два ресурса готов. Так, ну все-таки деньги. Да, и 6 вход. Так, отлично. Заключаем мир, потому что война дает штраф к туризму. Так. У меня плохие отношения только с Голландией, Норвегией, Грецией и Чандрагуптой. Причем со всеми ними... Я их, по-моему, уже культурой... Офигительно уделываю. Так, хорошо. Нанимаем флотоводца. Прокачиваем. Кого мы прокачаем? Давайте Мокшу до покупать районы за веру. С другой стороны, я, конечно, веру лучше на рок-группы буду тратить. Дальше продолжаем общество будущего открывать. Так, и мне надо, конечно, караваны во все разные. Вот у меня два бегает в Индонезию. И три в города-государства. Надо, чтобы они закончились, я в разные страны буду отправлять. И мы постепенно идем... Видите, я строю проект Манхэттен, чтобы ядерки на бразильца бросать. Мешать ему улетать. Ладно. Куплена рок-группа, поедем, наверное, в Индонезию, куда-нибудь сюда, качаем на серф-рок, я думаю. Где он тут? Вот, серфингисты. Дальше шпиона будем прокачивать на чем? На ком? Давайте, может, на той же Индонезии. 264. Где у нас еще шпион? Конечно, я захватывал шпионов. Нет, не захватывал. Что мы в Куритибе будем делать? У нас тут прокачка, вербовка партизан, вероятность побега, подрыв плотины. Ну что, попробуем завербовать партизан? Ладно, сначала давайте найдем источники. Так, музыкальный... Делаем. А это у нас на морских курортах и гаванях. Если есть верфь. Вот сюда надо. Ну давай, нормально сыграй. Юнит потерян. Я очень много теряю рок-групп на самом деле. Я, конечно, понимаю, что я получил 3750 туризма. Как за три хода, но все равно... Так, этот торговец у нас уже бегает в Рим. Да, слушайте, у меня даже... Нет, это не в Рим, это Финикию, Индонезию, Рим и Канаду бегает. Можно, кстати, в Турцию отправить. Давайте в Турцию. Вот это сюда везде бегает, вот в Турцию, Асуан. Поехали. Отлично.
дает две случайные технологии. Ядерный синтез, технология скрытности. Тут я иду в про операцию Иви. Ну, я на самом деле буду ядерки тоже строить. Пошли робототехнику открывать. Хотя мне... Блин, подождите, мне нужна и энергия тоже. Поэтому я бы ветроэлектростанции открыл сначала. А потом уже робототехнику через солнечную электростанцию. Вот так сделаем. И тут я плыву вот тут делать электростанцию. Фестивалем. Как ни странно, до сих пор есть куча великих людей на шедевры, поэтому я продолжаю фестивалить на этой площади. И на туризм я все поставил. 200% туризма от музыкальных шедевров, 100% туризма от шедевров изобразительного искусства. К сожалению, упустил тут кое-где. Слушайте, а может все-таки где у меня есть... Блин, тут ремонтировать надо. Где у меня есть центры коммерции проводить... Инвестиции в центр коммерции, потому что там должно быть еще пару великих людей торговых на туризм именно. И надо не забывать, что я могу их пропускать вообще-то. Так, Фукуоки. У меня вообще еще центры коммерции. У меня сколько городов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 городов, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нет, не это. Вот тут смотрим. Так, центр коммерции в столице есть. Фукуоки тоже есть, но там я ядерки делаю. И что, все? Больше центров коммерции нигде нету. Ну, потому что во всех остальных городах у меня есть... гавани, если нету центра коммерции. Хотя, с другой стороны, у меня 9 всего. Ага, у меня в каких-то городах нету ни гавани, ни центра коммерции. Например, в Преславе есть. В Кахокии нету центра коммерции. И гавани нету. Так, давайте тут центр коммерции сделаем. Где? Там плюс 4. Ну вот тут давайте, тут не так много еды нужно. Так, тут строим центр коммерции. И еще в каком-то городе нету ни гавани, ни центра коммерции. В Нагое есть, в Окленде, в Преславе есть, странно. В Мариоке есть. Хм. В Сендае. В Сендае нету ни того, ни другого. Так, ну он скоро вырастет до 13, и тут можно будет... Я, наверное, центр коммерции тут поставлю, а не гавань. Потому что мне нужны очки именно... Так, надо с кем-то союз заключить. С Китаем я решил, надо союз заключать лучше. А, я не могу, у меня только научный доступен. Хорошо, кто после Китая? Ну, с Сулейманом я тоже не могу. 170, хорошо, Едвига 116, канадец 124, у меня с ним есть союз, Дидона есть союз, Кристина, с Кристиной тоже есть союз, ну с Екатериной Медичи получается, а у меня с ней хорошие отношения, хорошие, ну-ка попробуем. Есть, можно заключить союз, отлично. А, точно хочешь, чтобы я ей платил. Ладно, я не против. Я не против, в принципе, да. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, нужны ли... Нужны ли мне вообще какие-то ресурсы на роскошь? Нет, у меня плюс 5. Ладно, все.
Как всегда, первый ход в начале любого видео длится очень долго. Ага, так, давайте. Тут есть верфь? Есть. Работаем. Е, 3750, отлично. Хорош. Так, тут мы постепенно плывем. Блин, у меня с Римом надо открытые границы сделать. Союзы у меня со всеми заключены. Плывем. Это у меня открытые границы для того, чтобы я мог использовать с его территории подводные лодки для атаки Бразилии ядерками в будущем. Так. Театральные театралочки. Вот у нас театралочки, но он туда пройти не может. К сожалению. Ладно, стоим тут. Видите, тут две театралки рядом. Какая-нибудь да освободится. Хм. Че там голландцам так не нравлюсь? Ну это все слабые ребята. Что Голландия, что Норвегия, что Спарта. Сильный флот. То есть я построил три атомных подводных лодки. Вот тебе и сильный флот уже сразу. Тут вот еще, по-моему, два как минимум. Ну хотя бы один торговец, который плюс 25% туризма от торговых путей должен давать. Нет, я не меняюсь никакими шедеврами. Кстати, надо еще посмотреть, какие шедевры. Ну, в основном, как я и говорил, не хватает... Кстати, а что у меня? У меня даже религия не укреплена. А есть там что-нибудь в религии вообще на туризм? По-моему, нету ничего. Какие-нибудь чудеса у нас доступны еще для строительства. Ну, Эйфелева башня типа косвенно может повлиять на туризм, потому что, ну, во-первых, все чудеса дают туризм, это понятно. Но Эйфелева башня повышает престиж, а на престижных клетках морские курорты могут больше давать туризма, получается. Ну, кого повысим? Давайте Амани. Ну, на информаторы буду прокачивать ее, чтобы меньше тут. Так, ремонтируем. Подожди, а тут все отремонтировано, почему... Это должен проект сделать для ремонта угольной электростанции. Подождите, а как угольную электростанцию я могу починить? Получается, что никак? В Киото... Разграблена угольная электростанция. В самом районе нету возможности починки. Среди проектов тоже нету. Ну и что за фигня? Получается. Это какой-то глюк, что угольную электростанцию невозможно починить. На самом деле. Давайте пока инвестиции в центр коммерции поделаем. Забираем музыканта. Так, тут он сыграл. Тут верфи нету, по-моему. Тут нету. Вот верфь. Так, здесь опять серфингисты, играем. Еее, еще 3750. 1124 туризма вход у нас пока капает. Пытка сфабриковать скандал.
Ладно, пока соблазнение возьму. Видите, у меня тут все прокачки на контрразведку были, к сожалению. Так, по-моему, все музыкальные клетки закрыты. Остается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток для реликвий и две клетки для текста. Все. Реликвии я уже несколько раз проверял, что ни у кого нету. Тысяча 62 туризма. Так, хищение технологий тут невозможно у нас получается. Давайте все-таки в Бразилию тогда пересажу. Я думаю, что там какие-то техи да есть. Бразилия, где ты? В Сент-Луисе. О, а это Сан-Луис, бля, я думал, в Америке город забрали. Фестиваль на Театральной площади продолжим. Никакие тут другие районы я строить не буду. Мне на самом деле осталось вот писателя две ячейки заполнить. Все остальное просто я попытаюсь другим не дать, чисто из-за этого. Нужна ли мне еще так религия, я вот думаю. Так, нанимаем рок-группу тут. Слушайте, а в Правительственной площади я построил? Да, построил. Так, этот у нас на кампусах и университетах. Тут универ есть. Работаем, ребята. И юнит потерян. Но 5250 туризма. 5250 туризма. Композиты. Надо и ветроэлектростанции строить. Только на холмах. Так, во-первых, тут электростанцию строим. Хотя я бы, конечно, на море. Так, во-первых, тут еще давайте купим строителя, обработаем вот эти улучшения, которые Лян дает. Здесь сделаем, здесь сделаем, здесь. Дальше. Этот чувак. Грозные звезды. 3000. Кстати, давайте глянем, что там у нас вообще с победой культуры. Пока вроде неплохо идет, но если остановлюсь, то есть 23 хода, это типа если я буду каждый раз вот так проделывать. Пока, конечно, я считаю, что у меня мало туризма. Так, этот тоже едет сюда. Радикальные драконы будут тоже серфингистами. Как еще миру не надоел серфрок, не понимаю. Так, и больше мне некуда располагать музыкальные шедевры, к сожалению. Проведем диверсию в космопорту. Так. Блин, что эта пушка тут стоит постоянно? Ладно, поехали в Китай играть концерты. Исследовательские гранты.
Давайте ядерное устройство. В Фукуоке ядерное устройство. У нас вообще тут по производству 128, 81, 106, 80. Здесь давайте ядерное устройство в очередь поставим. Следующее. Так, и где-то я здесь уже... О, в Кахоке мы просто купим рынок. Дальше нам надо отправить караван. У нас появился новый караван. И мы его можем отправить куда? Куда у нас еще не бегает? Я бы в Китай отправил, но мне кажется... До Китая меня просто не дотягиваются. Я бы это к Мапуче отправил. О, кстати, нажал доступные пути, оно просто подвисло, высчитывая все доступные. Ну вот к Мапуче, кстати, и в... А, это в Спарту. В Спарту я не хочу. Это к Турку. Ну, в Голландию тоже не хочу. Я хочу к Мапуче отправить. К Мапуче ближайшие вот из Токио. Из Токио в Нгулумапу. Поэтому в Токио покупаем караванчик. А через 4 хода в Сендае мы сможем торговый район построить. Окей. Так, кого я тут еще обратил? Культуру среди Греции уже. Так, Греции у нас сколько? 91. То есть обращена уже Трипхувана, Горга, Виктория. То есть все, у кого меньше 91, уже под моей культурой. Так, следующее у нас... Лаутар уже обращен. Кстати, можно, может, его туда уже не отправлять. По Чекуток, походу, следующий. По Чекуток следующий. Ну давай, хороший концерт проведи. Не, ну 3250, конечно, круто, но... Сдох. Блин, надо губернаторов прокачать. Сдохли рок-музыканты, выдохлись. О, Бадунг ко мне отваливается. Так, где-нибудь еще есть? Отваливающиеся города. Берут и не отваливается, да? Жаль. Ну, там города-государства перекупают. Они там ничего мне в плане культуры не дают. Эх, все еще жаль, нету никаких священных артефактов. Это реально жаль. Я так понимаю, что священные артефакты могут появляться только если апостол... Ну, во-первых, из руинок, раз, но это чистейший рандом. Второе, если апостол-мученик погибает, то есть надо взять апостола, дать ему прокачку мученик. В принципе, при игре против компьютера это возможно, потому что компьютер всегда тупарывает своих апостолов, можно их водить, и пускай их убивают. Можно, кстати, попробовать. И, во-вторых, город-государство есть, который, если ты его союзник, то, открывая чудеса природы, вы получаете вот эти священные реликвии, но не здесь, не в этой партии, я имею в виду. Ну что, последние два шедевра письменности у нас. Где только? Куда мне их разместить? Амфитеатр Преслова. Так, серфингисты дают концерт и зарабатывают 3250 туризма, но погибают.
Так, что у нас культура опять говорит? Уже нету, что через 23 хода победа. Видите? Так. Так, тут верфи нету. Вот верфь, да? Плывем сюда. Этот серфингист. Бизоньи атласы дают тут концерт. Еще 3000 туризма. Отлично. Так, тут подлодочка на месте. Из Токио я хотел к Мапучи куда-то отправлять. В Нгулу Мапу. Так, в Сан-Луисе хищение технологий. Нечего похищать. Вот видите. Нечего похищать. В Куритибе завербуем партизан. Концерт на театральной площади. Все, юнит потерян. Стареющие рокеры, блин. О, кстати, писателей больше нету. Остались только музыканты и... Не, тут я ядерку не буду делать. Слишком мало производства для ядерки. Твари, нейтрализовали Пингалу, которыми, кстати, туризм дает. Ладно. Ладно, ладно. Так, что у меня... Где у меня ядерки строятся? Мне надо еще в одном городе ядерку. В Токио. Давайте в Токио начнем ядерку следующим ходом. А в Фукуоке... Ой, кажется, у меня ляснулась цива. Так, что у нас тут нового? Жду еще... Сколько ходов тут до строительства? 3 хода, чтобы я мог построить еще один район коммерческий. Нейтрализовали Пингалу, сволочи. Ладно, продолжаем ход. Так. Ну, вот сюда. Нам надо бы, конечно, и юнитов каких-то, чтобы города бразильцы захватывать. В принципе, давайте мы танчики купим за веру. Или нет? Давайте за деньги. Потому что за веру я лучше куплю... Так, у меня нефть есть? Нефть есть. За веру я лучше куплю рок-группы. Раз современный танк. Два современный танк. Ну, что я буду делать? Я буду просто... А, некуда. Сейчас, подождите. Я буду просто бросать ядерку, захватывать город. Причем, наверное, даже не буду уничтожать. Пускай он там по лояльности отваливается. Я вот постепенно вот позабираю все города бразильцы, а у него их, кстати, немного. И буду получать с этого культуру. Для победы культуры читерства, с одной стороны, конечно... В смысле, чуть я вроде не хотел с Римом разговаривать. Слухи, правительство Китая сменилось на синтетическую технократию. Кстати, походу такая же, как у меня, да? Нет, у меня цифровая демократия. У него синтетическая тех... О, кто-то еще проводит концерты. Франция? Это интересно. Это интересно. Я не думаю, что мне надо ставить карточку, чтобы она у меня не проводила концерты. Ух ты, ураган черты категории был. Так, продолжаем. Амани до конца повысим. Уже. Так, через 2 хода Пингалу смогу возвращать. Так, тут танчиками. Поехали в сторону Бразилии. Один танчик тут будем держать, другой танчик тут.
My dear Miss Glory. Так. Тут играем здесь. И юнит потерян. 4750. Так, покупаем еще рок-группу. Ну да, стою тут. По идее, должны долетать ядерки. Когда у меня там первая ядерка появится, чтобы проверить? Два хода. Два хода. Надо подождать до следующей ядерки. О, я уже среди инков. Так, кто у меня остался? Культурная победа. Следующий, значит, инки были 107. Следующий у меня 135, 120, походу, Едвига. Да. Нет, Екатерина Медич... Да, Едвига 100... 120, потом Екатерина Медичи 136. А кто следующий после бразильца? Сулейман? 184, да? Нет, Китай, кстати, 193. Мне надо бы в Китай как-то отправить, но меня не добегают, по-моему. Хотя до Чэнду должны добегать, мне кажется. Если у меня добегают до Нагмапу... А, ну, надо будет посмотреть еще. Так, что там с великими людьми? Блин, надо как-то догонять. В торговцах? Прикол. Зачем-то Англия захватила Антананариву. Так, там должно быть что-то на туризм, по-моему, из устремлений. Просто обязано быть. Ну, давайте, открывайтесь. Кстати, кто в Золотой век вышел, кроме меня? Еще героический у Польши и Рима. Все остальные так себе. Так, что там Бразилия? Ну, улетает только Бразилия пока, как видите. Right now, there are 31 satellites zipping around the world with nothing better to do. I never think of the future. Так. Вот. Города с губернаторами получают плюс 50% туризма от чудес света. Не совсем, конечно, то, что надо, но в любом случае... Это единственное, что мне хоть какой-то туризм тут дает. Так, затопление происходит нормально. Следующим ходом Пенгалу вернем. И последний... Писательский шедевр. Все, у меня осталось не заполнено только ячейки под реликвии. Больше мне нечего размещать у себя. Кстати, напишите в комментариях реально, какие рок-группы выгоднее делать. Может быть, я не прав с серфингистами. Ну, конечно, или серфингисты, или эти Space Rock. То есть то, что дает 1000 туризма либо на верфях, когда играешь, либо когда играешь в универах. Туризму за каждый соседний... Ну, это маловато. Плюс один к туризму за каждый соседний риф. Один туризм. Ну, серьезно. Mm.
Попробуем, конечно, всего 75%, правда. Вот я завербал партизан здесь, да? Давайте попробуем еще раз. Бразильцу тут все изгадим. Не буду. Кстати, я тут лидирую в Нобелевской премии мира внезапно. У меня тут очков. Так что, может быть... Все равно дефицит энергии. Может быть, что-нибудь в Конгрессе хорошее можно будет предложить. Под еще 11 ходов. Чандрагупта объявил войну Саладину и, соответственно, все ему... А где у нас вообще Чандрагупта? Вот. А, ну он Саладина просто дозабирать хочет. У нас тут Саладин и Египет просто такие... О, уровень повышен, отлично, отлично, это очень хорошо. Так, здесь пока нету... Веры купить рок-группу. Следующим ходом будет. Прокачали шпиона. Закончился союз с Уильфридом Лорье. Надо продолжить. Блин, у меня тут куча денег хочет давать все равно. Отлично. Так, дружбу с Китаем продлим. С кем тут еще можно что? Нет, ни с кем. Окей, так. Польшу уже привлекли. То есть, блин, а Педро уже лунную экспедицию совершил. Блин, так он тут уже почти все открыл. Реально Педро надо захватывать. Так. Значит, Польшу мы уже... Польша у нас 125. Следующий у нас на... На очереди Канада, я так понимаю, да? 140. Нет. Екатерина Медич, потом Канада, но они примерно в одно время. В одно время. Так, из Преслава бегал в Индонезию, но в Индонезии у меня уже есть караван. Хорошо, давайте посмотрим, есть ли у меня доступные пути в Китай. Я бы в Китай хотел отправлять один караванчик. Это вообще возможно? Давайте по деньгам отсортируем и ищем Китай. Китай. Есть. Из Синдая в Ханьдань и из Нагоя в Ханьдань. Отсюда... Просто не хочется перебрасывать, я бы сразу хотел отправить отсюда. Просто боюсь, что нет, добегает. Тогда отправим. Очень хорошо. И в Синдае я могу построить... Кстати, а могу ли я в Синдае купить... Хотите сказать, что я Рейну не прокачал на покупку? Да, тут, кстати, электростанции надо строить в Синдае. Так, ну, значит, надо построить центр коммерции. А давайте вот здесь на плюс 3. Так, отлично. И купим, наверное, рабочего. А где... Гидроэлектростанции, такие вот, которые в море можно строить, они будут давать. Что ветроэлектростанции... Солнечные только в пустыне, по-моему, можно строить. А, только на равнине. Нет, на равнине нормально. Но я бы хотел в море ставить. А, давайте я тут куплю строителя.
концерт. Еще уровень повышен, зашибись. Так, этот чувак, где у нас дальше? Какая-нибудь верфь, вот. Плывем туда, а уровень возьмем. На клетках аквапарка. Все цивилизации в пределах 10 клеток. Во, давайте вот эту. Так, из Гифу добегает ли до Бразилии? Вопрос. Добегает, зашибись. Форталезу, значит. Так, здесь... Передайте Пингалу, пока я не забыл. Вернем в столицу. В Куритибе завербовал партизан. Еще завербуем партизан. Инвестиции в центр коммерции нужны. Так, я построил ядерку. Я хочу посмотреть, насколько у меня долетает с атомок. А, блин, не показывает, потому что типа я не могу объявить войну Бразилии, поэтому не показывает. Жаль. Ну, я думаю, что до Форталезы все-таки раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, а может и нет. Блин, сколько там... Ну вот, какой радиус? Почему нельзя написать нормально? Ё-моё. Конгресс внезапный. Гуманитарная помощь Педру нет, конечно. Помощь арабу нет. И не буду воевать с Англией за Антананариву. Так, все решили бразильцу помогать, все решили помогать арабу. Еще и против турка все объединились зачем-то. If you do not change direction, you can never plan the future. Так, надо ли мне тут что-то повышать? Нет. У Пингалы я ничего не буду повышать. У Рейны, ну я там уже достраиваю район, нету смысла покупать. Покупка районов за деньги. Вавилон. Я перестал быть союзником Вавилона, потому что Вавилон захватили. Я вербую почему-то партизан для бразильца, а эти все партизаны прут на Францию. Что за фигня? Тоже возьму здесь на... Все цивилизации в пределах 10 клеток получают 50% туризма. Так, тут ядерка построена. О, блин, кампусы дают. О, я хочу этот. Я хочу этого. Раб. Этого, как его. Торговца великого. Так, тут идет инвестиции в центр коммерции. Тут идут инвестиции в центр коммерции. Здесь он строится. Сейчас, когда у меня дружба заканчивается с бразильцем? Уже хочется на него ядерки посбрасывать просто. Непреодолимое желание.
проверим, тут у нас еще каких-нибудь прикольных нету. Ребят, нету. Так, танки готовы к взятию бразильских городов. Так, давайте глянем, что у нас тут. Ну, Педро уже третью, уже запуск колонии на Марсе делает. У меня типа написано, что через 17 ходов победю, но это на самом деле не так. Если я брошу что-либо делать, это не будет через 17 ходов. Поэтому создаем рок-группы, продолжаем. Да, я бы вот тут делал как раз. Тут, по-моему, работает и на Индонезию, и на Грецию. А вот до Бразилии, может быть, и не дотягивается все-таки. Так. Где у нас Виктор вообще сидит? О, в Нагое ядерки можно. Ну, а все, забрали торговца. Блин, я его мог купить на самом деле. Хотя, наверное, нет, у меня не было бы столько денег и веры. Эх, фак, ладно. Тогда проект Иви делаем. Ну, нету смысла просто инвестиции в центр коммерции делать. На самом деле, а тут надо закончить, потому что это будет дополнительный караван. Так, с Индонезией. Так, во-первых, мы продолжим союз со Швецией. Хотя, может, не со Швецией. Давайте попробуем опять с Китаем. Е-е-е. Так. Согласен. Союз с Китаем означает, что туда будет больше моей моего туризма идти. Так. Давайте в умные ячейки. Только робототехника, а потом умные ячейки. Мне нужно... Я боюсь, что вот... Может, до Форталеза Сан-Луиса и долетят ракеты, но дальше нет. Поэтому я в Сан-Луисе буду покупать вот здесь военных инженеров, и они будут ставить шахты. И таким образом я попытаюсь... Так, надо у Индонезии выкупить шпиона моего. Ну, меня устраивает такое предложение. Только там три хода до термоядерок. Ладно, пускай ядерку строят здесь. Да блин. Ладно, наверное, соглашусь. Или может какой ресурс ей дать вместо денег. То деньги-то нужны будут еще. Какие-нибудь юниты покупать. А вот так, тут негде
воровать. Так, танчики стоят. Танчики готовы к захвату Бразилии, когда у нас с ним дружба закончится. Но еще это ему запустить надо, еще это запустить. Я думаю, еще успеем. Так, я внезапно открыл всю карту. Это значит, что чувак, с которым у меня военный союз, запустил спутник. Походу, Дидона запустила спутник. Давайте проверим точно. Так что мне следующую Дидону надо будет ядерками валить после Бразилии. Но проблема в том, что Бразилия... Я валю не потому, что он прям улетает, не только поэтому, а в первую очередь, потому что он первый по культуре в защите от моего туризма. То есть, когда он будет уничтожен, это приблизит мою победу. Еще есть художники? Блин, еще есть художники, ничего себе. Блин. Бразилец захватил моего шпиона. Ну? Почему я не могу сделку заключить с бразильцем? Он, видимо, там должен сейчас мне что-то сказать по поводу моих шпионов. И тогда можно будет что-то заключать. Так, во-первых, надо... Да. Не могу обещать. Вот теперь можно попробовать выкупить у него шпиона. Давай мы тебе благовоние дадим. У тебя есть благовоние? Нету. Ну, нормально. Меня устраивает. К бразильцу, он там хищение технологий, или в Китай давайте отправим. Так, теперь надо купить еще рок-групп. Что-то я подзабил слегка. Так, это я купил. Туризм растет. Ну, типа половина уже. Но медленновато. С другой стороны, когда я уберу бразильца, мне надо будет не 286, а 212. Потому что, видите, Сулейман следующий. У меня как-то нет сомнений, что я бразильца уберу. Другое дело, у меня волнует, когда у меня с ним уже закончится дружба. К сожалению, вот в русской версии Циллы, почему-то меня иногда спрашивают, почему я люблю играть в английские, в оригинальной версии игры. В русской версии Циллы не написано, когда заканчивается союз. В английском, не союз, дружба, а дружба. В английской версии это пишется. И это, конечно, бред. Фига себе, варвары мне... Караван разграбили. Где они тут вообще могли появиться? А, понятно. Теперь мне все понятно. I never think of the future. It comes soon enough. Так, Бенгала уже в Киото сидит, отлично. Видите, у меня уже практически все прокачаны... А, не практически, все прокачаны на третий уровень.
есть. Парки развлечения поставим. Так, значит, во-первых, в Сендае мы покупаем рынок. И сейчас мы должны купить два каравана. Один в Канаду отправить, а другой во Францию. До Франции может, но, наверное, вот отсюда, откуда должен до Франции добегать. Давайте здесь купим один караван, а в Канаду отправим из Гифу. Отлично. Так. Знаете что, турок хорошо ко мне относится, но мне кажется, что мне и на турка надо будет ядерки сбрасывать, поэтому не буду пока с ним заключать. Знаете что, давайте я не понимаю, почему у меня угольная электростанция, я не могу починить, поэтому я давайте в Киото перейду типа на нефтепродукты, а потом обратно вернусь на угольные, чтобы тут угольная электростанция появилась. Так, серфингисты. Ага, бегал в Мехико. Теперь нам надо во Францию. Могу отправить отсюда? Могу. Отлично. Отправляем во Францию. Уже Канада в моей культуре. А это сколько, сколько? Блин, где Канада-то? 145. Кто круче Канады? 207 Китай. 183 Дидона. 211. Ага, вот следующая Франция. Следующая Франция, потом осталась Кристина, Турция, Бразилия и Китай, я так понимаю. Блин, фига тут подлодка тусит. Уезжай. Мне тут концерты надо проводить. Рокеры простаивают. Так. Что я тут сделал? Завоевать партизаны. Это что-то сплошные партизаны в Бразилии происходят. Блин, так, меня только не любят Чандрагупты, Спарта и Голландии. Все, скоро все уже меня полюбят. Так, ну что, давай. Давай, хороший концерт. Третий уровень. 7250. И, соответственно, еще там куча туризма в Спарту и в... Мне кажется, в Бразилию тоже должно. Так, тут верфи нету. Тут верфи нету. А, тут, значит, постоит, подождет. Все, все, наверное, да? Нет, еще есть музыканты. Блин, столько вброшено в культуру, и все равно так много еще... Так, при проведении диверсии на производстве. Давайте диверсии на производстве. Так, куда еще не бегает у меня? Финикия, Франция, Индонезия, Рим, Китай, Турция, Бразилия, Мапуче. Бразилия в Швецию бегает? Что-то я в Швецию не вижу.
Опаньки. Так. В Мемфис, да? Тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой. Так, берем прокачку на серфингистов опять, так? А этот уже проводит концерт. И выживает, и получает второй уровень, отлично, молодец. Слушайте, а что, я же могу сразу, подождите, там такое ощущение, что могу сразу уровень дать. Один момент. Нет. А, вроде была, кстати, кнопочка дать уровень. Так, а из Мариоки я хотел во Францию, но во Францию у меня уже и так бегает. К инкам. О, вот до инков не добегает. Хорошо. А в Польшу? В Польшу, по-моему, не бегает ничего. Не бегает. Добегает ли до Польши? Тоже не добегает. Ну, блин, ну и куда отправить? В Голландию бегает? В Голландию не бегает. Я думаю, в Голландию отправим. Хотя уже официально это Нидерланды в любом случае. И давайте вот на производство больше, чем на деньги. Там еще и еду дают. Перегруженные пантеоны. Хорошее название. Так, что мы тут сделаем? Ладно, это будем. Ты что-то почему-то партизан очень дорого. Так, термоядерки могу делать, но термоядерки требуют 20, по-моему, урана, да? Поэтому пока. Слушай, смотрите, я тут перешел на нефтепродукты. Или. Блин, я не там. Я не там переход на нефтепродукты сделал. Виноват. Купить, кстати, робота этого. Или пока не стоит. Он просто будет уран жрать каждый ход. Ой-ой-ой, блин. Нарушил обещание Риму. Это фиг с ним. О, Голландия радуется, что я с ней торгую. Да, она любит, когда с ней торгуют. Все! Закончилась дружба с Бразилией. Пора. Пора ядерки бросать. Пора. Порадуемся на своем веку. Ядерке и Fallout'у. Ну, Сан-Луис и Форталеза меня точно надо захватить, поставить здесь ядерную шахту, чтобы отсюда можно было бросать ядерки тоже. Что у нас тут вообще с наукой? Блин, Педро уже 3 запустил. Ну еще как-то далековато мои подлодки, мне так кажется. Это немножко надо будет сюда подвинуть. Да блин, и эту подлодку сюда надо бы. А там
Какой-то кирасир дебильный от Рима стоит. Надеюсь, долетят. Так, я хочу посмотреть, что у нас тут открылось. А ничего не открылось, блин. Так, куда долетают ядерки? О, долетает до Сан-Луиса, отлично. Ну, поехали. Не, подождите, давайте я заключу дружбу с Польшей, чтобы она мне войну не объявила. Сулейманом не буду заключать. Так, ну и все тут, собственно. Я хочу проверить, не в союзе ли он. Ух, блин, Сулейман. Слушайте, Сулейман любит только меня во всей игре. Я его любимый кожаный мешок. Ладно, поехали. Может, сюда лучше бросить? Блин, проблема в том, что сюда сломается военный лагерь. То есть я не смогу сразу военного инженера купить. Вот в чем проблема. Не, давайте, блин, или сюда. Ну что, здравствуй, ядерный угар. Ей. Ну я его сохраню пока. Так, а до форталезы долетит ли? И до форталезы долетает, отлично. А, кстати, а вот у форталезы есть военный лагерь. Знаете, что я вот сюда брошу? Ну, чтобы еще юниты убить. Форталезу возьму следующим ходом. Магнус полностью прокачан. Так, где тут 50% туризма от этого концерта? Так, эта чувиха идет дальше. Чувиха, кстати, группа. О, третий уровень. Так, а что мы тут? Так, сначала вот этим тут проведем концерт. Эх. Так, а что тут за третий уровень? Что мы можем? Ну, я бы взял на аквапарке, видимо. Вообще, есть ли такое? Регги-поп возьмем. О, Бадунг отвалился. А я хотел там концерт устроить. Ну, блин. А нужны ли мне вообще термоядерки? Мне кажется, мне ядерки неплохо идут, так что давайте их строить.
как быстро у меня город этот валится, вопрос. Минус 18. Может пересадить сюда? Блин, ну нельзя, там все мои губернаторы дают туризм. Давайте пока просто купим здесь рабочего. Танчик, я так понимаю, хотя я не должен. Хорошо, что вы это цените, и вас не волнует, что ядерными ракетами уничтожаю человечество. Главное, мелкие острова не занимаю. Человечество нафиг. Нафиг человечество. А вот острова, о, осуждает меня. Понимаю почему. Походу, тут норвежцы единственные вменяемые. Ух ты, ух ты. Там меня тут сейчас танчик этот убьют. Чё, какой город отвалился? А, это я партизан успешно завербовал. Бразилец, если бы ты не хотел в космос улетать, никто бы тебя не бомбил. Вот честно тебе скажу. Ну ты... Какое-то стремление к звездам нездоровое. Поэтому вот такая вот фигня происходит, конечно. На этом очередная серия закончена. Напомню, спонсоры всей серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных следующая серия появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!